Метод основан на получении розового свечения зрачка на расстоянии 1 метра от исследуемого с последующим затемнением его движения скиоскопа, плоского зеркала. Используя скиоскопические линейки с набором линз, добивается нейтрализация этой тени. В условиях отсутствия затемнения зрачка рефракция пациента равна минус 1 диоптрия. Исходя из того, каким стеклом мы получили эффект отсутствия тени, мы эту поправку в минус 1 диоптрию и вносим в результат. Так, например, при нейтрализации тени со стеклом плюс 1 диоптрию, внеся соответствующую поправку в минус 1 диоптрию, установим, что пациент эмитроп. При нейтрализации тени со стеклом плюс 5 диоптрию, результат покажет, что пациент гиперметроп в 4 диоптрии.